Она уехала из Чечни много лет назад, но до сих пор боится, что ее найдут и убьют. В Грозном в один день у нее пропали все родственники – дочь, зять, внуки. Подъехало две машины, Толика посадили в одну машину, а в другую – это дети, и она, говорят, сели и уехали. А какой адрес у них в Грозном? Это улица Челюскинца, 17. Вот как ехать, это очень хорошо близко найти, где старый аэропорт. Наши коллеги-тележурналисты нашли в Грозном этот дом. Теперь там проживает чеченская семья. Говорят, что они здесь квартиранты. А дом когда-то купил их родственник Руслан. Ни самого Руслана, ни документов на недвижимость найти так и не удалось. Прежние хозяева, русская семья, исчезли навсегда. Осознаете ли вы катастрофу, масштаб чеченской войны?